Чувашии активно работает Совет отцов. Он объединил самых неравнодушных и заботливых пап республики. За год они сделали немало. Об опыте и планах на будущее участники Совета говорили на первом республиканском форуме. В нем приняли участие более 200 человек. Вот они, самые активные и неравнодушные папы, любящие своих детей, умеющие придумать интересные занятия. А еще они успевают объединить вокруг своей идеи кучу ребят. В секциях форума отцы делились собственным опытом, практическими советами. Работа шла по трем направлениям – безопасность детства, школа «Наш дом», спартакиада здоровья. У каждого совета свои педагогические истории. Так, например, в столичной школе номер 7 дети вместе с папами проводят спортивные фестивали и сдают нормы ГТО. Чтобы наши дети чувствовали большое отцовское плечо, чтобы они могли в любое время на нас равняться, на нас смотреть. И, как говорится, в первую очередь это помощь классным руководителям в школах, директорам школ и Министерству образования, наверное, я сказал бы, в целом. То есть я сейчас модератор здоровья в Чувашской Республике. Вот мы с отцами тоже сейчас вот проводили, для чего сдача норм ГТО непосредственно, чтобы вместе делать с детьми то же самое, чтобы дети наши сдавали ГТО, чтобы отвлеклись от этих гаджетов. За трудовое воспитание и личный пример выступает Совет отцов Урмарского района. Труд создал человека. Да, превратил его из обезьяны в человека. Поэтому, естественно, как я являюсь еще учителем труда, естественно, это как раз это мой конек, можно сказать, так, что именно вот в нашей школе предмет технологии, трудообучение, он не ушел. У нас все в порядке с этим. У нас даже два учителя технологии, мужчины в школе работают. За духовное развитие ратуют в Моргаушском районе. Я все-таки считаю, что в школе надо преподавать духовные основы. Они, в принципе, одинаковые в любой религии, да? Вот. Не касаясь там каких-то, может быть, там именно конкретно служения, да? Вот, религиозного, просто духовные основы, да? Вот, в принципе, конечно же, делаются шаги по этому поводу сейчас. Вот в начальных классах сейчас у нас там курс, да, у нас введен. Но, мне кажется, нужно это расширять на более там старшие классы. Председатель Совета отцов Чувашии Алексей Мурыгин рад, что мужское движение в республике набирает обороты. За год было проведено сотни мероприятий, которые объединили коллективы школ, сдружили семьи. Здесь представлен не только Чебоксар и Новочебоксарск, представлена практически вся республика, то есть районов. Для себя я делаю первый вывод, что действительно есть активные отцы, с кем можно было работать. Эта работа не отсюда идет, эта работа идет на самом деле отсюда. Никакой обязаловки абсолютно нет. Если есть желание, если есть рвение отношения к ситуации, могу вас, ребят, заверить, все у нас получится. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Павел Иритков, Республика.